С 1 января 2015 года в округе должен заработать единый расчетный центр коммунальных платежей. Такое поручение дал в РИО главы региона Игорь Кошин на традиционной планерке. Решение принято в связи с неоплатой управляющими компаниями 250 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям. Задача создаваемого расчетного центра – систематизация платежей за жилищно-коммунальные услуги на территории региона. По замыслу в единый информационно-расчетный центр будут стекаться все данные от поставщиков коммунальных услуг. Сумма всех платежей будет указываться в едином платежном документе на каждый дом или квартиру, после чего он окажется в почтовых ящиках адресатов. При расчете платежей единый информационно-расчетный центр будет учитывать также полагающиеся отдельным категориям граждан льготы, разумеется, после предоставления необходимых справок. Единый центр существенно облегчит процедуру оплаты коммунальных платежей, поскольку теперь все они могут быть оплачены разом в одном и том же месте. Вручаю городу и поселку Искателям в срок до 1.01.2015 создать единый расчетный центр коммунальных платежей. Управлению строительства ЖКХ предусмотреть финансирование программного обеспечения. Всем предприятиям бюджетной сферы округа и муниципалитетов предлагаю и рекомендую платить вовремя.